И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой новый видеоролик на моем канале. Мы сегодня попробуем такой небольшой симулятор фермера под названием Stardew Valley. Надеюсь, я название произнес правильно. Но вы присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе пепси и, правда, присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь, ведь это очень приятная и ламповая игра. Приятного просмотра! Извиняюсь, но перед началом видеоролика я бы хотел бы сделать небольшую рекламку каналу Crazy M. Это начинающий строитель в Майнкрафте, который снимает, к сожалению, на телефоне, но думаю, у него будет большой успех. Если что, ссылочка на него в описании, видео он снимает часто и выкладывает тоже, и пытается строить свой бункер. Я надеюсь, вас это заинтересует. Ссылка, повторяюсь, в описании. Давайте поддержим начинающего автора лайком, подпиской и колокольчиком, и также советом, как строить, в комментариях. Ну а так, переходим к фермерской жизни. Игра начинается с того, что мы создаем новый мир, где с самого начала мы создаем своего персонажа. Как он будет выглядеть, его имя. Далее, фермнейм — это название, если что, вашей фермы. Так что это на всякий. И питомец, любимая вещь и так далее. Все, дальше переходим. И у нас начинается маленькая история. Мы ее быстро проматываем, потому что нафиг мы ее будем читать. И проходит 20 лет. Показываем, как мы устаем в офисе. Знаете, мне это напоминает игру Вектор. Ну и примерно так мы и уезжаем на свой личный участок или дачу. Так, главное не лохануться. Это мальчик или это девочка? А, это девочка. Фух, слава богу, господи. Короче, познакомили нас с нашей дачей и также показали сундук, в котором можно продавать наши вещи. И вот утро с петухом. Первое знакомство в игре. Я пытаюсь открыть данную посылку левой кнопкой мыши. А надо было правой кнопкой мыши. Дали нам 15 семян, что-то вроде репки. Чисто в подарок от мэра. Спасибо. Ладно, скажу так. Игра интересная, но не для просмотра. Так что давайте просто покажу, как с товарищем мы играли, который меня познакомил с этой игрой. Вот это смотрите интереснее. Так, на главный, то есть я выхожу с этого вообще нафиг? Да. На главный экран надо. Так. И видишь, справа там такая... Не... Там есть типа вопросительный знак и выше немножко. Ау, ема! Прикольно. Прикольно. Я не знал. К сожалению, нам пришлось где-то полчаса мучиться над тем, как его вместе поиграть. И в итоге поняли то, что нам для пиратки нужно было скачивать определенную версию. Иначе было просто никак. Пробуй. А сейчас... Подключение. Новая ферма. У тебя типа две новых фермы. Показывай тут. Две? Да. Иди на первую. Первую? Давай. Отлично. Вроде я подключился? Зашел. Безымянный работник. Хорошее имя. В смысле? Так, ты где? Все посмотрим. Любимая вещь. А, да, ты должен создать сначала первый. Аксолотики. Так.
А, помню, я недавно нажимал, можно как-то карту открыть. А, мы рядом живем? О, вот, вот, и вот, и вот. О, 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 прикольно, заработало, прикольно. Заработало, ура. Начать. Короче, этот дом ничей, можно его ограбить немножко. Так это ж твой дом, скорее всего. Нет, мой вот этот. А, это типа, знаешь, это типа главный дом и еще двое гостевых, гостевых. Кстати, грабить дома нельзя, кстати. Только что проверил. Ну все, пошли в гости. Пошли. Смотри, говорю, кстати, прикол. Делай сразу телек рядом с кроватью. Смотри, жми на телек. Выбейте канал, прогноз погоды. С вами Козупить. Ага. Да, я знаю такой фигня. Завтра надо весь постоянно день будет... каждый день смотреть. Ну да. Завтра что, солнечный день? Да, солнечный. Смотри, вот у тебя есть коса, да? Вот такая вот. Да, вот я... эту траву не руби. Не руби как? Эту траву. Потому что можно построить такую силосную башню, где будет, если построить силосную башню и прорубить вот эту траву, будет типа выпадать корм для животных, которых ты можешь потом покормить. О, прикольно. Так, ты давай спахивай, я пока буду сеять. Давай. Подождите семена по секу. Я могу тебе в тупе рогать. Да-да-да. Фермеры от бога. Сядь. Теперь, давай я, теперь я. Да, мне нравится эта игра. Хотел бы её стримить, в принципе. Вот для видео... что тут скучный геймплей, тут скучный геймплей. Типа. Да, чисто для моих стримов. Ладно, пойду тебе что ли проведу. Такую, я типа, с тобой. Тревел. Пошли, тревел. Так, смотри, вот тут вот автобус, его можно починить и поехать в пустыню. Ну ты же знаешь, да, это магаз. Да. Ну сюда я, конечно, не заходил, но да, знал, то что это магаз. У нас есть 500 монет у каждого. Смотри, покупать либо цветную капусту, либо картошку. Ну или что хочешь. Я ну, картофель буду. Картофель, картофель, картофель. Так. А у нас еще... деньги у всех тратятся, понимаешь? А-а-а. Смотри, вот это типа такая мороженщица. Тут летом типа продают мороженку. Прикольно. Она дает там тебе энергию. Фэ. Вот это типа библиотека. Типа, когда ты в шахте боешь, ты будешь выкапывать полезные ископаемые. И вот сюда можно по одному экземпляру сдать, тебе будут давать подарки за там за 5, за 10, вот это вот. Mm. Вот это кузнец, так можно сказать. Типа, вот тут ты можешь купить разные строения для фермы. Типа силосной башни там. Она наверное. А нет, не закрыта. Я пытался как раз таки тут и украсть вещи. Вот смотри, можно на нее нажать. Нажал, да? Угу. А я нет. Слышу то, что тут можно романы крутить. Да, да, можно. Можно жениться, детей там завести, вот это вот все. Ого. Вот шахта, вот видишь, она тут закрыта. И после вроде 5 дней она откроется, и вон вход в шахту. Прикольно. О, видишь, да, да, да. Сцена началась. Ее, кстати, можно пропустить. Я знаю, я ее пропущу. И вот мы с Фруктом посетили рыбака и наконец-то нам дали удочки, чем мы и в дальнейшем часто занимались, а именно рыбалкой. Просто в смысле? О, наконец-то. 5 сантиметров. О! 10 сантиметров! Так, пойдем тогда покажу еще кое-что. Сейчас нам придется пробиваться через эти дебри тут. У тебя есть кирка с собой? Угу. Можешь камешки сломать. Вот видишь, проход. А это куда? Это, короче, вот тут можно купить, типа, всякие товары для фермы, типа там. Всякие вот такие вот коровники, курятники, вот это вот. Можно куриц купить. О, а вот этот понял. Дом вот этой вот, который встречает. Ну туда, кстати, зайти нельзя. Ну все, пошли работать, рыбачить. Хорошо. Давай, кто больше рыбы поймает, тот и топовый фермер. Топовый рыбак, скорее. Давай начнем. Ну как начнем? И где-то получается до 8. Давай одновременно тогда начнем, раз у нас такое соревнование. Друг, пройди, пожалуйста.
Давай, всё. Погнали. Так, у меня первая рыбка уже есть. Привет. Первая рыбка. Безупречно. 8 сантиметров. Хоба. Сардина 3 сантиметра. Помеемся сардинками. Понимаю. Мне выпал мусор, спасибо и на этом. Ура, сардинка. Опа, рыбка. О, 15 сантиметров. Не, не, с тобой вообще в рыбалке. 30 сантиметров есть. Чё, сильно? О-о-о-о! 20 сантиметров свет! Еп! Слушай, я уже, кажется, всё. Я волок-то куда-нибудь выкину? Можно как-то выкинуть или типа того? 18. Топовый улов, скажу честно. О, смог. Сколько? 30... Да-да-да, анчоус странный. Анчоус реальный. 5. Допустим. Блин, у меня места нету. Ну, выкинь что-нибудь. У тебя есть что-нибудь на пути? Да, у меня есть камень, можешь мне выкинуть. О, можешь, могу тебе дать. Это, да, конечно. Спасибо. А, я тебе все хочу дать. Предложить камень. Спасибо. Еще. Это так трогательно. Спасибо за камень. Стоять, рыба. О, еще какая-то награда. А как ее получить? Я вот тут получил. Ее надо так же, как и рыбу, ее поймать. Кстати, время-то уже 8. А, ну, кстати, да. Так, сейчас, погодь. Молодой человек. Да, блин. Ладно, все. Я получил... Все, давай, заканчивай. Уже 8 наступил. Пошли. Так, давай считаем, сколько у меня рыбки. У меня, получается, 9 рыбок, а у тебя? У меня тоже 9. Все, ничья. Мы оба лучшие рыбаки в этой деревне. Ой, бар, прикольно. Блин, музыка прикольная. О, игровые автоматы. Я хочу срать наши деньги. У нас так 6, куда еще меньше. А чё делать? А в смысле? А, стрелять на стрелочки, понял. А, всё, понял, прикольно. Ты там где? Я в аркадах играю. Я всрал наши деньги, кажется. А, нет. Давай выигрывай там, если что. О, можно монетки с этого получить. Давай. Монетки потом перешли. А в смысле я умер? Как я умер? Не понял. Я хочу еще. А вот он, ты стоишь. Прикольная игра, ой, попробуй. А, мне надо выждать одну. Меня сейчас убьют. Да, надо, чтобы тебя не коснулись. Не-н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 е. В смысле меня коснулись? Не понял. Прикольно. Меня опять убили. Чё, сколько тут игра вообще идет? Всех можно посмотреть. А, ну, кажется, время. Ли полегче стало. Тут много этих гоблинов. Да. Не, жалко. В итоге ничего не получил. Какая-то что за игра? Джорджа Колу. Как не папа завтра с ней права. Уже 9:30, чувак.
Чё? Пол одиннадцатого. Что? Я играю? Я не могу остановиться. А чё так поздно-то? Боже, я не знаю. Вроде бы было только 12 утра. Я умираю. Быстрее домой. Пора спать уже. Быстрее. Ну, видеоролик, конечно же, большой получился, так что я покажу только несколько интересных моментов и думаю, на это можно завершать это видео. Сильто 41! Да чекай, мне сейчас больше выпадет. Вот сейчас вообще чекай. Ладно. Ладно, на этот раз ты выиграл пока что. Да-да-да, я бы поверил в то, чтобы, допустим, тебе рыба в 1 метр выпала. Ага, хертель. Бешеная. Так, я что-то говорил в 1 метр. Слушай. В 1 метр что там говорил, а? Да-да-да-да. Я беру свой слово назад. Блин, с нее, наверное, столько денег будет. Зато посмотрим, сколько денег. Так, второй уровень. О, прикольно. Слушай, ема. Кстати, одна улучшенная картошка стоит по 100. Не, их надо продавать. Да, вообще. Один угорь сколько чекнул стоит? Видел? Ну, 159 разделить на 3 будет, получается, 53. Один угорь. Блин, что-то как-то маловато для такой рыбы. Да, так, нормально. И в итоге у нас 1500. За один день, между прочим. Это все картошка. Какие мы богатые! Ну ладно, всем большое спасибо за просмотр. Видео вышло очень большим. Это просто неудобно для меня. Извините, пожалуйста, за такой еще и плохой монтаж. Пожалуйста, извините, потому что я не знаю, эта игра, как я понимаю, больше для стримов подходит, чем для записывания видеороликов. Так что следующее видео я попытаюсь сделать намного интереснее, обещаю. А так, всем еще раз большое спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, у вас будет хорошее настроение. А также большое спасибо людям, которые мне нарисовали фанарты. Большое вам спасибо. Это Штурмнотка и Настенка. Спасибо вам большое. Давайте еще увидимся. Думаю. Надеюсь, то, что вам эта игра понравится, и вы захотите ее видеть на стримах. А так, всем пока. Всем удачи, дорогие друзья.